Все, что было до меня, обнуляй. Жизнь море, ща поныряй. Всем привет! Вы попали на канал Нечай! Просто Нечай, но дождливый Нечай. Дождливый Нечай, с нами вы будете грустить. А я и не знала, как люблю дождь. Таня Фифа, Сибскана, Герман Эль Классика, Ставр, Эль Ханидзе. Мне, кстати, подсказал этот формат подписчик с именем Иисус Александр. Слушай, у меня одноклассник с таким же именем был. Александр? Иисус. Серьезно, у тебя был Иисус? Конечно. На, серьезно, ты не верил. Как реагируют азербайджанцы на религиозную шутку? Круто, смешно! Я тебя анафеме передам, слышишь меня? Естественно, с нами фотограф Саня Фифа, лучший фотограф тысячелетия. Его фотки вы увидите в конце этого выпуска. Да, поэтому даже если вам не нравится этот челлендж, смотрите, суки, до конца, чтобы увидеть фотки Сани. Фотография 9 на 12. Короче, идея такая, называется футбольная мафия. Футбольный. Мы делимся 3 на 3 и играем в футбол. Мы играем в футбол у тебя на канале? Да! Просто в каждой команде есть по одному человеку мафии, и он играет не на свою команду, а на чужую. Но при этом он не должен спалиться, что он специально косячит, чтобы его команда проиграла. Так вот чем ты занимался 2 сезона. Мафия не умирает! В конце не просто определяем мафию. У нас после матчевой пенальти. И у каждого по 2 удара, но команда выбирает 2 бьющих. Того, кого они считают мафией, он не бьет пенальти. А как они? И если они ошиблись, чувак на пенальти мафия. Будет специально мафия в пенальти. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Играем на половину поля. Если защитники получают мяч, они должны выйти из зоны и потом только атаковать. Так, походу, Сибач не мафия. Пиздец! Я открыт! Чья атака? Чья атака? Вообще нам надо выиграть. Блядь! Вы видели? Ты разводил умело, но я не хотела разводиться. Есть? Ну да. Но при этом очень интересно, что кто-то из мафии, возможно, не стал бить, либо мафия рискнула и забила, а? Сложно, блядь, нихуя непонятно, блядь! Я оранжевый апельсин, можешь в меня выжать, я ведь сок. Опа! Зачем ты забил? Я запутался. Я запутался. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Слушайте, все это время я не хотел доверять Герману, но что-то сейчас мне показал, подсказал, что за Костей надо следить, бля. А может быть, следить надо за Нечаем? Герман забивает штрафные, вам кали с левой ноги, а тут типа не попал. No,
God, please, no! 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 Стойте, подождите, я клянусь. Я хотел забить, блядь. Да, я верю, я тебе верю, Герман. No! Блядь, сейчас буду отрабатывать. Давай, да, отработай. О! Да, блядь. А сейчас отыгрался сильно. Джан! Так, все, время пенальти. У нас есть шанс выиграть по пенальти, если мы определим, где мафия, и будут пенальти бить только мирные жители. Блин, ну Костя был прям один, ну, типа, испуг мяча, я не знаю. Видимо, мне кажется, по-настоящему испугался, потому что Герману было больше странно. Я забивал. Ты прям, ну ты вальяжно играл прям, пиздец. Я всегда так играл. Не, у меня показательный момент, я считаю, когда он был уже на пустых воротах и решил, типа, что-то промедлить. Бля, начинается. Вот пидор один из вас, конечно. Дайте мне сказать. Бля, он все время любит идти в атаку, кстати. Ну что, вы меня сейчас сольете и вы проебете? Ну скажи. Не, хорошо, скажи, кто? Я или Тёма? Я? Я! Он сказал я! Я проголосую за Костя. Костян играл на грани, Костян старался не забивать специально. Я проверял просто, кто из них ударит. Где он? Он даже не убивал. Был один момент, я его забил. Да, он забил. Я тоже забил, а ты? Ну у тебя было 4 момента или 3. А, ну подожди, давай тогда. Если по этой логике, давай тогда нечаянно топить. Ну потому что он единственный из нас, кто специально не забивал. Я же тебе отдавал на пустые, блядь, ты Косте отдал. Нахера ты ему отдал? А что ты сам забил? А что ты? Так у тебя пустые ворота были. Не было у меня пустых. Не, момент у тебя был такой, что не обязательно было бить там. Ты тоже на меня отдал, ты тоже там не забивал. Я забил и без этого. Ну в том моменте, мы же тот момент обсуждали. Короче, есть что сказать? Я уже сказал. Мне прям, ну явно прям казалось, что вальяжность Германа что-то значит. И вот это типа, клянусь с улыбкой, ну не знаю. Просто за Тёмой я вообще не видел ни одного момента, где я мог бы сказать типа, блин, ну здесь, конечно, да, мог сыграть лучше, но не стал. Просто типа, не есть очень забавная тема. Я забил второй, и я реально хотел забить третий. Я согласен, что я подставился тем, что я не забил. Ну, блядь, левая нога корела. Я не попал. Я за то, чтобы бил я и стал. Ну, нет. То есть Герман пенальти не бил. Серьезно? У нас слушай, по два удара. Ну, если я сейчас жму руку мафии, то Тёма лучшая мафия в истории планеты, друзья. Короче, я буду говорить последний. Я не буду говорить. А я скажу. Давай. Это Саня. О, ну Саня, 100%. Далеко идти не надо. Хорошо, поехали. Он пытался играть два дня. Объясняю. Я не мафия. Вы просто в этом ролике узнаете самых лицемерных фиферов. Эльхан Салахов. Познакомьтесь. Выгодно же мафии сделать так, чтобы мы не догадались, что она мафия. Да? То есть за счет этого она может забивать голы. Эльхан забил охуительные голы, но во время самой игры он прокинул тебе между ног, и тебя это задело. Пиздец, меня задело. Ты, кстати, а почему ты отбирал мяч у своих? А? Блять, я Саня ФИФА, ребята, а какие разговоры? А как ты первый момент не забил? Самый. Я специально. Или я твои вот эти... Специально не забил. Или твои вот эти... Мафия Эльхан, потому что я говорю, во время игры Эльхан специально передерживал мячи, и он пытался делать вид, что он делает финты, но у него реально многое не получалось. И исходя из этого, он еще решил забить, дабы подкрепить свою немафиозность. Поэтому я голосую за Эльхана. Я серьезно говорю, я не мафия. Очень убедителен, но для мафии это плюс, поэтому... Бля, нет. Пошел в жопу. Я серьезно, один раз довесься, блядь. Я серьезно тебе говорю. После этого дестанс лишаются. Сип, это реально плохо. Я серьезно говорю. А я тоже считаю, что Саня. А подожди, или ты мафия? Ну типа, блядь, если ты не мафия, то реально... Мафия 100% тысяч. Ты сейчас уже пытаешься наехать на каждого. Бля, нет, хуйня. Да, я уже решил, нет, 100%. Ну что? Ребят, ну, как видите, Сипскана не идеален. Получается, счет пенальти плюсуется, везут не красные. 3-2. Блять, так еще... Вот то, что сейчас пустил Ставр, я даже не знаю, это мафиозный гол или... Блин, мужик, я тянулся, я просто не успел. И мы посмотрим сегодня, насколько человек с вами искренен. Блин, сейчас все, я все пойму, блин, сейчас я все пойму. Блядь, офигенный удар. Хуй ты гадаешься. Даже если он мафия. А вот говнюк. Не, ну ему теперь нужно, может быть, случайно даже, но отбить мяч, чтобы вернуть мое доверие. Ну, блин, неужели я обосрался? Чего я на сип встал? Не, не сип, не сип. Ну, отмечу, я ударил в девятку, а Эл катнул еле-еле. Делайте вывод.
Да, блядь, ну по нему видно все, ну ебаный. Блядь, он улыбается. Ёбаный Ильян, блядь, ну вы чего? Сам ебаный. И что по счету получается? Получается, что мы просто... Ты добил? Потому что ты мафия. Это бандитский. Тут не в этом, но там что-то... Блядь! Блядь! Ну ебаный стыд! Ну, я же говорю, наебался. Почему ты забил в первом круге пенальти? Потому что я сейчас не забил. Блять, ну Сибскана такой, конечно, блять. Иркутский наемный старичок. Блять, а мы просто друг друга уничтожаем. Я, кстати, до сих пор не понимаю, в той команде и в нашей команде кто мафия. Эльхан лох. Ну, мы с тобой оба лохи, братан. Нет, я говорил, что Сибскана мафия. Эльхан Салахов. Ёбаный Эльхан, блядь, ну вы чего? А, мафия Эльхан. Ну, я же говорю, наебался. Поэтому я голосую за Эльхана. Блядь, ну Сибскана такой, конечно, блядь. Иркутский наёмный старичок. Лох! Ага, я мафия. Я хотел сказать, что моя команда, я Сибскан и Эльхан. Как бы я ни играл, в любом случае все будут думать, что я мафия. Давай он ударит, я пойму все сейчас. Ты мафия. Так не хотелось, но ладно. Твою мать! Ребята очень зарядились, поэтому обязательно врубаем, вторую заряжаем часть, лайки, точно. Делаем еще вторую часть. Людей. Вот эти чуваки явно очень обижены на всех. Саня Фифа, Герман Эль Классико, Ставр, Эльхан, Мразь, Гад. И, естественно, мистер Каратист, спасибо тебе, китайское, японское, большое. Всем пока. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.